начали делать заборы такие. Лёшку пригласили, вот он сейчас нам приварил. А хорошо получается. Смотри, какой забор шикарный. И вот эти заборы мы хотим тоже делать. Такие безобразия, такое безобразие. Ну, вот такие заборы у нас получится. Чё, Лёшка, привет! Привет! Вот наш сварщик, короче, парень. Красава парень. Все умеет делать, все умеет. Ну, блин, иногда выпивает только, да, Лёш? Алкаш. Алкаш. Все умеет делать, молодец такой. Вот, сейчас такой бардак здесь, конечно, да? Мы за этот бардак все будем убирать. Там главный забор. Шикарный получился, высокий. И столько для палаток получилось классное. Вот так он его сделал, вообще охрененно. Охрененно. Вот здесь, короче, будем делать, бетонировать все будем. Не буду оставлять ничего. Хочу бетонировать и сделать как бы такую большую площадку бетонированную под паласы. Загира у нас работает. Стройка идет, товарищи. Вот. Что у нас получается? Здесь надо будет резать. Сейчас камень будем резать. Сегодня низы надо обязательно заштукатурить, потому что послезавтра мы будем грунтовать всю эту красоту. Всю. Сейчас намечается дождь у нас. Надо, конечно, сегодня закончить. Жалеем то, что у нас лето так быстро закончилось. И не успеваем. Была жара, невозможно было штукатурить. А сейчас начали штукатурить, товарищи. Вот. С той стороны делаем забор, а с этой стороны штукатурим. Что, последний, да, загироствор? Да. Там все настоится. А? Там все настоится. Вот здесь был первый слой был накиданный. Это позавчера или вчера мы делали. Вот он первый слой. Это была сетка армированная. Вот она, я показываю прям. Делали сеткой. А, вот первый слой, да? А потом, короче, херачили уже второй слой. И делали, вырезали камень. Потом это все будет грунтоваться и краситься. Под покраску очень красиво получится, знаю. Потому что уже красили. Вот какая красота получается. Покажу. Он так охрененно. Дом, конечно, красивый. Если в этом году успеем ту сторону тоже сделать, все, у нас дом будет теплый. Потому что просачивалась вода. И все равно чувствовал, что холод пробивается. Стена не такая толстая. Вот так.